приветище. Это зомби Эйзер. Только... Ага. Потому что знаешь что? Вот так вот со светом лучше. Видишь, что написано? Не входить внутри мертвецы. То есть вот там вот мертвецы. И конечно же, я туда зайду. Короче, ладно, хватит шептаться. В общем, ты просил меня зомби Эйзер, получай зомби Эйзер. Не снимал ее, потому что не было еще обновлений. И как бы сюжетного продолжения еще не существует. В общем, мы дойдем до туда, докуда дойдем, а там посмотрим, что будет. Угу. К тому же очень много было комментариев о том, что их напрягает туннели. Больше нравится, когда я путешествую на поезде. Ну что поделать, по сюжету приходится проходить туннели. Так. О, граната! Бамбалейла! Сегодня затусуем зомбарями. Блин, как я по вам скучал. Машка, Илюшка. Ой, сегодня повеселимся. Аптечка, это хорошо. А еще я хочу пить. Давай выпьем. Ой, энергетик зачем-то выпил. Так, сейчас водички выпьем. Кстати, ты мог еще заметить, что изменились звуки. Автор привнес сюда новые звуковые дорожки. Например, у нас теперь рюкзак открывается нормально. Вот, он очень шумный, ну что поделать. А еще я хочу спать. Кстати, 43% сна, отлично. А, это энергетик, я же энергетик выпил. Шикар, теперь энергетик. Смотри-ка, бодрость, плюс 20. О, теперь энергетик не только нам ускоряет восстановление выносливости, но еще и бодрость дарит. И жажду снижает, отлично. Так, пойдем, короче, разбираться вначале с Машуней. Машуня! С первого выстрела. Отлично. Хедшот. Ультракилл. Пойдем теперь дальше. Мне любопытно, в этом помещении есть проход? Или мы все, мы в тупике? О, как открываются теперь ящики. Интересно, интересно. А также еще текстурки самих ящиков изменились. Они стали более такими реалистичными. А также еще в скором времени должны поменяться текстурки главного персонажа и зомбарей. Я очень этого жду. Прям с нетерпением. Так, значит. Что у нас тут? Мне кажется, что тут прохода нет. Это тупик. Это конечная... А, нет, он там проход есть, смотри-ка. Нам туда. Я помню, что я прыгать не умею. Сейчас я обезврежу Машку. Если у меня это получится одного выстрела. Есть! Есть! Так. На меня пока никто не агрится. Это хорошо, присядем. Я столсовый парень. Давай-ка начнем теперь вон с того чувака. Так. Есть контакт. И еще один выстрел. Ах, стрела сломалась. У меня и так запас маленький был. Всего 9 стрел у меня будет, если я подберу у Машки еще одну стрелу. Так. Давайте, стрелы, не ломайтесь. Я не хочу возвращаться обратно в поезд. Это будет очень дальнее путешествие. Машуня, там стрела у тебя где-то в затылке застряла. Дай мне ее, пожалуйста. Пожалуй... Нету, нету. Облеванный рот. Фу, как противно. Так, хорошо. Двигаемся по направляющей. Вон туда. А что там белое такое лежит? Нате в рот! Прям в глотку. Теперь вот с этими ребятами разберемся. Чувствую, у меня стрел будет недостаточно. Машка, Машка, не бежи. Не бежи. Куда бежи? Не беги! Вот так вот ей. Отлично. Слушай, я чувствую себя каким-то Сильвестром Сталлоне. Рэмбой. Который всех обезвреживает с одним луком. Так, еще. Вот, отлично, 7 стрел. Жить можно. Сейчас я всех тут нафиг перестреляю. Ай, нет, плохо дело, плохо. Давай, перезаряжай быстрее. Вот так вот. Никто там не подкрадывается ко мне? Отлично. Дефицит стрел, что поделать. Жалко, тут нельзя сделать верстак и понаделать стрел. Пока двигаемся. По-моему, я лучше Хитмана. Я такой стелсер. Я себя обожаю за это. Так, хорошо. Отставить эмоции. Мы почти подошли к проходу. Ой, Машка. Машка согрелась. Ты видал, да? Там ОМОН. О, вторая Машка прибежала. Машули, вы чего такие? Это... Борзы-то. По одной стреле на каждую. И, в принципе, вы не обижайтесь. Отлично. Прям в глаз. Вот этот чувак меня бесит. Если я, конечно, с дробаша в него пульну... то все на меня сагрятся. А там еще бугай здоровый ходит. Мне это вообще не нужно. Мне это... Да, там прохода нет. Отлично, я выбрал правильную сторону. Куда я должен был идти. Вот дверка. Тут еще ОМОНовец. Жалко, нет у меня нитки. Я бы его задушил. Хотя, как я бы его задушил? Это же зомбарь. Отлично, он ушел. Шикардос. Надеюсь, что там нету никаких ящиков с ценными боеприпасами и прочее, прочее, прочее. Все, мы зашли. Дверь закрыть я здесь не могу, к сожалению. Посмотрим, что у нас здесь. О, здесь снова зомбарей куча. Блин, тут будет выход, а?
Я уже задолбался тут красться. Тут я не пролезу, бочки мешают. Хотя их можно двинуть, смотри-ка. Можно двинуть. Давай мы сейчас это и сделаем. Так. Давай, перезаряжай быстрее. Перезаряжай быстрее. Готов? Воу! Мария! Я не ожидал от вас такого. Такой вони, я бы даже сказал. Давай, откашляйся быстрее. Сейчас я ее сквозь коробки вот так вот. Вот так вот. Хо-хо! Снайперский. Так, давай я возьму вот эти бочки. Вон туда кину. Я такой шумный, но на меня почему-то никто не обращает внимания, когда я бросаю бочки. А вот когда я стреляю, так они сразу бегут ко мне, чтобы отведать мои мозги. Там я уже не пролезу просто так. Капец, у меня снарядов, конечно. Это. Придется использовать биту. Бита. Давай. Вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, не так. Уху-ху-ху. Ты чё, э? Офигеть, все, я всех собрал. Я всех собрал. Ой, патроны кончились. Бежим нафиг, бежим. 4 хп. Твою ж налево, где тут проход, где выход? У-ху-ху-ху. Не-не-не, ребят, не-не-не. Меня не надо трогать. Есть тут проход? Проход. Нет прохода, это тупик. Ну, знаешь, если честно, то мне слабо верится, что там тупик. Давай-ка я выпью энергетики, чтобы у меня быстрее восстанавливалась выносливость. И я просто на нитро пробегу. Пробегу. О, ящик. Бабки и патроны. Отлично для дробаша, ништяк. Короче, в любом случае я хотел быстренько пробежать все это. Все это адово пекло. Вот так вот. Тут точно тупик. Тут нет прохода. Вау, вау, больно, 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 ребят. Больно. Сейчас я немножечко передохну. Бежим. Уху. Я хотел вот сюда. Да, есть двери. Есть двери. Открываем. Закрываем. Черт. Он сквозь двери пробежал. Скотина. Ой, как они ломятся. Ты посмотри. Жесть, мне стрёмно. Тут выход-то есть? Нет, тут нету выхода. Абзац был. Так, мне пожрать надо срочно. Как стрёмно и шумно. Так, ладно, обыскиваем здесь все ящики. Пусто. Патрики, отлично. У меня же где-то была граната. Ой, жесть, ой, жесть. Если я гранату кину им под дверь, как думаешь, это поможет мне? Главное, чтобы меня самого не снесло. А, была плохая затея, да? Ну да. Ладно, давай посмотрим, что у нас тут. Бинтики, которые мне... Ты видал, это был калаш, что ли? Калашников! Ё-моё, всё вам хана, ребята. Отлично, калаш. Граната, еще одна. Честно, я не знаю, как мы будем отсюда выбираться. Но мы попробуем прорваться. Так, я открываю двери. Ой-ой-ой. Кидаю гранату и бегу сквозь эту толпу. По-моему, я гранату не кинул. А нет, кинул, она взорвалась. Ух, ты видел, сколько за мной бежит? Жесть. Я нифига не вижу. Так, ребята. А где они? Они все застряли. У, вот это мне фартануло, они все отстали. А где выход? Выход, пожалуйста. Пожалуйста, выход. О, еще один ящик. А вот мне, кстати, сюда, да? Я что-то... Да, точно я в этом ящике ковырялся. Так, зашибись. Я тихонечко сейчас пролазю здесь. Ой. Нет, тихонечко не получится. Бежим. Там тоже закрывающиеся двери, отлично. Я, в принципе, все, что хотел, я отсюда урвал. Фух, шикарно. У меня закончилась выносливость. Запираем двери. Еее! Мы прорвались. Здорово! По крайней мере, не зря я жертвовал своей шкурой. Ну, теперь у нас остается только один путь. Это путь через автоматические двери. Они вот где-то здесь были. Да, вот они. Вот он, этот автомат, открывающий и запирающий двери. Надеюсь, там мы сможем найти выход. Ну, или, по крайней мере, тупик или продолжение, которое выйдет с обновлением игры. Как здесь много воды. Обязательно... Ого, нифига себе, вот это поворот. Вот это поворот, сейчас я его забью. На тебя. Блин. Да что такое-то? Я забыл, что придется 3 раза ударить его битой, прежде чем он окочурится. Фух, ладно. Стрелу мне отдай, пожалуйста. У тебя же где-то застряла стрела, да? Где-то же была, так... Блин, неужели я профунькал свою стрелку? Нет, у меня осталось 3 стрелы. Это печаль, это боль. С этим чуваком я сейчас разберусь тоже... По-быстрому.
Вот так. Фух. Надо следить за своим здоровьем. Опа, я вижу, там кто-то стоит. Что же нам преподнесут эти туннели? Как думаешь? Как думаешь, мы сможем отсюда выбраться или нет? Мне, конечно, очень интересно, как мы выберемся, если поезд у нас позади. Он там остался. Пойду-ка и сюда. Надеюсь, на меня не вылезет тут какая-нибудь Машка. Машуля, отойди. Вот тебе и Машка, пожалуйста. Была Машка и нет Машки. ОМОНовец. ОМОНовец стоит. Блин. Ладно. Придется дробаш доставать. Так, я забираю стрелу. Подкрадемся к нему. По-моему, он спит. Тебе так не кажется? Эй. Открыл свой рот, называется. Там у нас Культяпкин бьется. Ой, меня, кажется, услышали. Ой-о, где там? Вот это я беру. Воу, меня обижали сзади. Да ну нафиг, ты что, офигел? У меня тут подготовительный процесс был. Так, мне очень любопытно, смогу ли я прострелить их через решетки. Да, могу. А это означает, что я могу кинуть им гранату. Держите, ребят, держите. Я отхожу, отхожу, отхожу. Конкретненько я лоханулся, конечно, конкретненько. Ладно, калаш, настало твое время. Что-то как-то плохо получается, да? Тебе так не кажется? Открываем. Все, патрики закончились. Но я быстренько их уложил, слушай. Двух патронов не хватило. Фух. Отлично. Ну, по крайней мере, я тут так нашумел, что если бы меня еще кто-то слышал, они бы сюда прибежали. Пойдем сюда. Оу! Блин. Это нежданчик, конечно, нежданчик. Кто-то еще бежит, смотри. Отлично. Ящички. А, это электрощитки. Тут у нас что? Может, хватит, ребят, уже меня пугать? Давай я присяду. Тут, блин, глубоко, капец. Там тупик вроде бы как. Там нет. Ну ладно. Тебе удосужилось получить стрелу в бошку. Конечно же. Забивающий. Фаталити сейчас был. Да, тут тупик. Нет, тут не тупик. Машка, да что ж такое-то? Надо бежать от нее скорее. А так, отлично. Фух. Паутинка, видел паутинку? Вот тут вот паутинка где-то была. Вон она, здоровая такая паутинка. Да, тут в любом случае тупик. Машка тут где-то шкерилась. На руинах этих. Пойдем туда сходим. Тут сейчас тоже... Та-та-та-та, потанцуем с вами вальс. Давай ближе. С одного Патрика. Роскошно. О, и там еще один чувак. Так, тебе достанется стрела. Получай. Маловатенько будет. Давай, получай. Шикарно. Опачки, вон там вот кто-то стоит. Я видел сквозь текстур. Смотри, смотри. Культяпки чьи-то торчат. Давай, давай, выходи. Выходи. Левел ап! Оу! Машка! Я чуть дар речи не потерял. Под рок-н-ролл. Так, пойдем вкачаем мы, наверное, себе чего? Чего? Выносливость? Давай, выносливость. Выносливость качали. Как... Тебя ж тут не было! Что ж такое творится-то? Придется сейчас потратить на него все патрики. А именно... Стрелы с лука. И потом пойдет в ход дробаш. Получил толстый. Давай, дробаш. Ой, я застрял, я застрял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Стреляй в него. Фух. Машка! Откуда? Откуда у вас столько взялось? Я же тут проходил, вас не было. Фух, вот это стрёмно. Вот это я чуть тут не обсерился. Так. Золотые ящики, я таких не видел. Это пульт управления. Пульт управления чего? Чего же? Что-то сломалось. Или мне показалось. Так, короче, в любом случае тут тупик. Давай обшарим ящики. Пусто. Патрики, хорошо. И фасоль. Фасоль я, пожалуй, съем. Я же кушать хочу. Ты слышишь? Нет, у меня нет патронов. Просто армия зомбарей сейчас бежит сюда. Капец был. Здорово. Мне кажется, что он... У-ху-ху-ху-ху! Бежим, бежим, бежим. Ребят, вы же не против, если я выпью энергетика? Ой. Я не успею, я не успею, я не успею. Бегу! Бегу, бегу, бегу. Капец, как мне отсюда выбираться? Так, там тупик, ребята. Спокойненько. Надо их... Обезглавили, все. А то они слишком быстрые были.
Так, куда мне бежать-то? Сюда? Ой, ой-ой-ой. Ребята, давай сюда сбегаем, посмотрим, что там. Блин, мне бы выжить здесь. Есть что? Что-то там есть. Какой-то экшон начался, слушай, прям, опа, еще. Здорово. Последний патрон ушел к этому культяпкину. И там я чувствую, что кто-то ко мне идет. Ну, с этим чуваком-то я, в принципе, могу разобраться. Но я хочу зайти сюда, посмотреть, что тут. Посмотреть. А, здесь проход. Странно. Вау, ребята, вы что за дверью делали? Что-то я, кажется, тут запутался, тебе не кажется так? Давай я сбегу сюда. Тупиковый. Сейчас у меня выносливость скоро закончится. Машка, привет. Как дела? А вот и выносливость закончится. И там еще один тупик, но там есть проход налево. Бегу. Я бегу. О, отлично, мне кажется, сюда. Здрасте, двери закрыть я, к сожалению, не могу. Ух, быстренько. Граната. Размозили мои мозги об стеночку.